Да, Белиса, ты так все мне хорошо объяснила. Почему бы не гулять? Пинчушки там разные. Да. Вот именно. Я ведь не грунишка какая-нибудь там. Да. Белиса, мне так хорошо. Вот хорошо. Мне еще никогда не было так хорошо. Белиса. Кто тебя целовал? Наверняка все знают. Может быть, пойдем прогуляемся? Нет.
Хочу, может быть, в кафе. Люблин, я же сказала нет. Прости. Хотя в душе у меня огромная рана, я понимаю, что твоя жизнь трагедия. Еще никто никогда не совершал того.